Форум организован Министерством иностранных дел Чехии в сотрудничестве с Европейской комиссией. Партнеры в Беларуси – Брестский областной и городской исполнительные комитеты, а также торгово-промышленная палата. Основная тема семинара – реформирование органов государственного управления, имея две большие составляющие подтемы – децентрализация власти и борьба с коррупцией. Форум ориентирован на обмен опытом между специалистами. Я рад, что здесь собрались очень активные участники. После каждой презентации проходят оживленные дискуссии и обсуждения. Обе темы, и децентрализация, и борьба с коррупцией, раскрываются, на мой взгляд, хорошо. Уверен, что люди получают много полезной информации. В рамках семинара были заслушаны доклады специалистов стран-партнеров, которые рассказали о том, какие меры помогают им, к примеру, бороться с коррупцией или какой, на их взгляд, степень финансовой и политической свободы должна иметь региональная власть. Лучшие наработки, уже внедренные и апробированные на практике, одними участниками форума могут быть взяты на вооружение остальными. Однако, как подчеркивают представители белорусской стороны, любые новшества необходимо вводить постепенно и только после детального разностороннего анализа. Процессы децентрализации или централизации, они очень сложные. Вот участники семинара и, в частности, представитель Италии, она отмечала, что они сегодня уже думают о том, как бы ряд полномочий из мест перенести в центр. В частности, она говорила, что речь идет о здравоохранении, об образовании. Поэтому здесь, как говорят вот в народе, не надо наломать дров, не нужно торопиться и не нужно слепо заимствовать зарубежный опыт. То есть нужно смотреть нашу реальную действительность. И участники семинара вот после моего выступления подходили и говорили, вот, что им нравится вот наша система, вот, и что у нас все хорошо работает. Вопросы, касающиеся проекта «Восточное партнерство», а также итоги состоявшегося в городе над Бугом семинара, обсудят на встрече глав внешнеполитических ведомств Беларуси и Чехии. 29 и 30 июня в Минске с официальным визитом будет находиться министр иностранных дел Чешской Республики Любомир Заоралек.